Стратегию развития гражданского общества Кубани обсуждали сегодня в администрации Краснодара за круглым столом. Представители городских властей и общественных организаций дискутировали о проблемах гражданского общества и его основными задачами. В нашем городе, по данным Министерства юстиции Российской Федерации, зарегистрировано более 2000 некоммерческих организаций всего по городу. Приблизительно с 300 из них мы взаимодействуем, как администрация, так и депутатский корпус. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности – главная задача и власти, и общества. Об этом уже не спорили, утверждали обе стороны диалога. Взаимодействие и власти, и общественных организаций у нас есть, у нас много проводится, и много вопросов возникает, они обсуждаются на круглых столах, обсуждаются на различных комитетах. Общественники должны включаться в жизнь и работу нашей и страны, и малой родины, что, в принципе, и делаем. Чтение и круглые столы уже давно в нашем городе стали площадкой для диалога между обществом и властью, где обсуждают и согласовывают позиции по важнейшим вопросам общественно-политической жизни Краснодара. Может быть, именно поэтому и уживаются в кубанской столице люди с разными жизненными позициями и убеждениями.